Здравствуйте, мои любители вязания. В прошлом эфире мы с вами провязали, значит, я вам объяснила, как вязать, значит, 8 рядов лицевые рельефные и изнаночные рельефные столбики. Это у нас резиночка была. 8 рядов я провязала. И вчера я эфир снимала. Показала и объяснила, как вязать наш узор. Узор по схеме мы после нашей резиночки вяжем сразу же первый ряд, то есть воздушные, то есть первый ряд, вот этот нам уже столбики с одним накидом, весь ряд не нужно будет вязать. Мы будем уже вязать сразу же с третьего ряда. Вот. Сейчас я вам объясню. Вот у меня здесь эту схему сохраните. Можете поставить на паузу. Вот. И здесь уже описание. Это воздушная петля. Вот такое обозначение у нас схемы. Это лицевая рельефный столбик с двумя накидами. Вот эти две полосочки. Это у нас столбик с одним накидом. Описание. И крестик или плюсик можно, в принципе, везде по схеме по-разному рисуют. Столбик без накида. Вот, я провязала. Так, вам даже нужно будет вязать. Вот после нашей резиночки, да, в прошлом эфире я сказала, столбики без накида. Весь ряд провязать, и потом уже узор у нас начинается. Это лицевой рельефный столбик с двумя накидами. В следующую петелечку столбик с одним накидом. Как это? Вот я в прошлом эфире столбики без накида провязала весь ряд. Просто я здесь уже узор вязала. Вот. Теперь далее столбики без накида мы с вами провязали. Теперь 2 воздушные петли подъема. И разворачиваем наше вязание. Далее у нас идет лицевой рельефный столбик с двумя накидами. Делаем на крючок 2 накида, просовываем, вот где у нас лицевой рельефный столбик, как резиночка, вот здесь она тоже так же здесь идет, у нас будет по рисунку. И провязываем вот эти 2 накида. И потом соединяем 2 петельки в одну. Вот лицевой рельефный столбик. Далее смотрите, накид у нас идет по рисунку столбик с одним накидом. Вот это будет под этим же столбиком. Просто у нас был здесь изнаночный рельефный, а здесь у нас будет просто лицевой столбик с одним накидом. Делаем накид еще. Это у нас лицевой рельефный столбик с двумя накидами. Провязываем вот сюда. Вот. Захватываем рабочую нить и провязываем 2 накида и соединяем 2 петелечки в одну. Что-то у меня петелька здесь застряла. Далее снова столбик с одним накидом насквозь петлю. Далее снова у нас идет лицевой рельефный столбик с двумя накидами. Накиды провязываем все и соединяем. Снова накид, снова насквозь. Вот так, в петелечку под столбик. Снова 2 накида и снова рельефный лицевой столбик с двумя накидами.
снова идет столбик с одним накидом. Снова рельефный лицевой столбик с двумя накидами. Снова столбик с одним накидом. И так продолжаем вязать до конца нашего ряда. И у нас будет окончание точно так же. Вот столбик рельефный с двумя накидами и окончание столбик с одним накидом. Снова будет воздушная петля подъема и будем весь ряд вязать столбики без накида. И снова же опять этот же узор идет. Лицевой рельефный столбик с двумя накидами и так далее. И вы вяжете уже регламент. Так, сейчас минуточку покажу я вам. Так. Вяжете такую длину, какая вам нравится, до убавления, то есть под мышками, да, для рукава. Вот здесь по 9 петель у нас будет убавляться. И снова будем вязать переднюю часть, спинку и левую полочку. И потом у нас уже убавка будет передней части. Это все я в следующих видеоуроках покажу. Будем пока вязать узор до убавки под рукава. Так, снова у нас идет рельефный лицевой столбик с двумя накидами. Снова столбик с одним накидом. Два накида. Если немножко ошиблись, лучше исправьте. Вот, снова столбик с одним накидом. Это очень плотная вязка, она богато смотрится. Чуть-чуть петелька не так. Лучше исправить, чтобы никакой путаницы не было. Вот, считай, у нас был столбик с одним накидом, видите? И вот под этот петелечку вот так вяжем с вами. Здесь у меня уже второй моточек вот пошел. Один моточек у меня хватил на резиночку и на узор. Где-то, наверное, 4 ряда я провязала. 3 почти, наверное, вот так. А, нет, 2 ряда, да. А, нет, вот так 4 получается. 1, 2, 3, 4. Вместе получается столбиками без накида, я считаю. С накидами, вернее. Вот. Потом уже вот у меня второй моточек уже пошел. Я купила пока 5 моточков, но 5 моточков будет мало, потому что это узор такой, много пряжи уходит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вяжите вместе со мной, пишите комментарии свои. Я обязательно вам отвечу. Не знаю, может быть, еще кармашки освяжу.
Посмотрим уже. Не знаю, вот пока думаю, с пуговицами у меня будет кардиган или на замочке. Посмотрим. Крючочек очень удобный, пластиковая такая резиночка и мягенькая для пальчика, очень удобно. Бывают крючки с двух сторон железные, и потом, ну, пальчик вот здесь постоянно побаливает, когда вяжешь. Я не туго вяжу, в расслабленном виде. Вытаскивать надо пельмешки. Вывалиться надо. По тарелкам, что ли, сложить тогда. Что-то не думаю. Не знаю, что это там. Другой узор делается. Да, здесь идет узор. Ну вот и как раз объясняю подписчикам, телезрителям, как вязать узор. Красиво получается, богато смотрится. Я вот, кто как любит длину, сами смотрите, я хочу до колен вязать кардиган, чтобы все прикрыто было, ну и тепло было, конечно же. Можно же еще ткань купить, внутреннюю специально такую, это синтетика, специально, получается, куртку шьют, да? И внутреннюю часть вот добавляют. Можно сшить. Сюда добавить. Она будет еще потеплее, когда там прохладно на улице, ветерочек. А если будет, смотря какая будет весна. Сейчас весна такая непонятная. Ветерок прохладный. На солнышке жарко. Обманчивая погода. Ну, если внутреннюю часть пришьем, ткань, ну, как бы дождик будет, ну, как бы сильно не промокнешь, как говорится. Как ветровка. Вручную только стираете, в машинке не стираете такой кардиган. Сразу же свое качество потеряет. Ну, некрасиво будет. И когда постираете, ну,
положите на что-нибудь, чтобы она стекала. И потом, когда стекет, уже на вешалку лучше. На плечики повесьте. И на плечиках пускай высыхает, чтобы не вытянулось. Также я хочу еще показывать видеоурок, хочу создать. Скоро Пасха, 19 апреля. Хочу яйца, то есть покрасить разного цвета, да, красителем. И связать уже на яичко с узором, ну, крючком. И пряжа нужна будет тоненькая. Можно не обязательно покрасить на белые яички, просто нужно пряжу цветную. Сейчас я вам ее покажу. Вот, допустим, вот такая пряжа. Ирис. Вот. Вот такими можно. Я буду тоненьким крючочком вязать и обвязывать яичко. То есть приготовлю основу и потом уже яичко буду ложить, сварю перед, ну, 18 числа с вечера начну варить. И уже потом буду одевать только, как одежку на яичко. А заранее нужно связать. Кому вы хотите подарить, ну, поздравить с праздником. Я вот хочу такое красивое яичко связать и схему нарисовать, и объяснить по схеме, как связать, обвязать. То есть наше яичко красивое, чтобы оно было красивым. Для подарка, ну, как бы для поздравить, Христос воскрес. Очень будет людям приятно, как бы, своим близким, естественно. Ну и вот скоро мы уже довяжем до конца ряда. Потом у нас будут снова столбики без накида. Потом снова такой же узор. И уже вяжете, вяжете до убавки рукава. Регламент. Я по регламенту объясню, как убавлять. Я довяжу вначале, и вы довяжите вместе со мной. Вот. И потом уже убавку я вам обязательно покажу, потому что это самое главное. Вот. Чтобы узор совпадал и убавление было красивое. Убавление было красиво. До следующего видеоурока. Вяжите до убавки. До свидания.